Куда исчезла электронная очередь? Этот вопрос с понедельника задают многие родители дошколят. Онуденцы запереживали, а вдруг их детей вычеркнули из базы данных или совершенно случайно подвинули к хвосту списка. Сегодня чиновники объяснились. В ночной понедельник разработчик обновлял систему и устанавливал новую версию программы «Электронное образование Бурятии». Поэтому очередь в детские сады и оказалась недоступна для самых внимательных родителей. На сегодня любой родитель может зайти, увидеть себя, найти своего ребенка. Если это не получается, конечно, нужно будет перезагрузить свой телефон или почистить кэш. Вот и все. Родители всех успокаиваем. В системе ничего не поменялось. Имеется в виду те позиции, которые ребенок занимал относительно детских садов, куда он стоит, они все на месте. На обновление программы потратили 3,5 миллиона рублей. Саму программу запустили в прошлом году. И тогда аналогичная проблема с недоступной очередью тоже напугала родителей аккурат перед 1 сентября. Родителей сложилось впечатление, что ой, что-то случилось, там какой-то ужас, сейчас очереди все потеряются. Данное обновление, оно это для нас, то есть для родителей ничего не меняется, оболочка остается прежней, они будут видеть и видят сейчас ту же самую картинку. Доработка как бы на сегодняшний день у нас завершена, поэтому я думаю, что такого отключения больше не будет. Сейчас очередь из дошколят превышает 18 тысяч человек. В сентябре заветные путевки получат еще 588 детей. Второй добор пройдет в начале октября, но будет небольшим и вряд ли превысит 200-300 человек.